Так, всем привет. Я посмотрел недавний стрим ОФЦ, на котором многие наши игроки участвовали, и, к сожалению, результаты были не в пользу наших игроков, в пользу в основном европейцев. Поэтому решил, наконец, записать хоть что-то обучающее по поводу тренинга, которое, может быть, вам потом поможет. Сейчас покажу пару тулов, которые я использую. В общем-то, которые 90% времени я использую только их. В общем, во-первых, да, начнем давайте с самой основы. Сначала я вам рекомендую завести какую-нибудь Google таблицу или там где-нибудь на рабочем у себя столе и расписывать в ней все свои находки, все, что вы в тренинге находите. Вот. Как видите, у меня здесь внизу графы с персонажами, по всем что-то прописано, какие-то вот слева у меня удары, то есть вот как, например, было, да, вот Сервантес, это один из самых первых персонажей, которого я так разбирал. Игра была новая, я мало чего знал про персонажа, поэтому я просто по всему мувлисту прошелся, выписал, ну я вообще, наверное, весь мувлист его выписал, по крайней мере, что-то очень много позиций. Да, тогда я, наверное, еще выписывал весь мувлист. Вот, и пошел в тренинги, и вот там себе поставил импакт, блок, хит. Ну, как бы, не особо я их заполнял, в основном меня интересовало то, что блок, и вот то, что у меня граф атаки, это конкретно мои паниши за атаки. Почему я вот, например, блок себе не ставлю, да, потому что это было бы полезно, если бы я играл на нескольких чарах. Ну, как бы, хорошо играл, профессионально. А так я только за атаки, в общем-то, как-то соревновательно играю, поэтому меня интересовало только то, что я за нее могу сделать. Поэтому пусть тут хоть минус 20, но если я за атаки не дотягиваюсь, то мне нужно все равно, я буду писать мой паниш 4 бая, которым я 100% попаду. Вот. И, соответственно, вот если вы хотите участвовать в своих еще вот сетах, да, показать их на стримах, это очень хорошая инициатива, но если вы не будете к ним никак готовиться, то смысла в этом практически нету. То есть очень-очень мало. Максимум, что вы получите, это запись своей игры, которую, дай бог, там каждый третий только посмотрит, и как-то вообще еще и не каждый будет что-то анализировать из этого. Вот. А так, вы кого-то вызываете на бой, вы как-то прям осознанно к нему готовитесь, в идеале вы смотрите его записи, его игр. То есть вот, ну, например, до Сервантеса, да, у меня так маловато информации, вот, просто какие-то мои заметочки по панишам. Ну вот, например, за Макси, вот у меня уже есть какие-то еще дополнительные графы появляются, в которых я расписываю, что вот там в таком-то сетапе я вот так вот обхожу все ситуации, ну там вот буквально, грубо говоря, один бафхит, я степлю влево, обойду все его продолжения, вот, и так далее. То есть все, что меня там парит, я пытаюсь разобрать это в тренинге и записать. Очень важно все это записать, потому что вот сейчас, например, такая ситуация, я не очень много играю, и просто моментально все забывается. Все вот эти вот детальки, которые ты в матчапе раньше знал наизусть и так помнил, ты это каждый день играл, сейчас у тебя этой наигровки нету, все это, ты просто про это забыл. А так, как бы, как я раньше обычно делал, и, ну, у кого, конечно, есть возможность, у кого есть два монитора, на одном мониторе у вас вот эта вот таблица с вашими панишами, с вашими сетапами и прочим-прочим, на втором у вас калибур. И между боями вы можете что-то подсматривать, потому что раз он что-то сделал, вы были в этом не уверены, как наказать, посмотрели там, о, раз, 6А плюс Б, минус 16, вперед. Наказываете уже в следующем бою. И как бы уже автоматически учитесь. Вот. Что еще я вот в эту таблицу записываю? Ну, у меня как бы прям жесткой структуры нету, да, там за кого-то я все расписал, за кого-то я только основные спам-удары расписал, какие-то там свои мысли по этому поводу, что типа вот здесь в этой ситуации лучше так уйти, в этой ситуации лучше это. Вот, где. Но за всех чаев я написал.
такие вещи, как вот, например, 2-2-B-A6 комбайн. То есть я сидел, проверял на каждом персонаже, работает ли 2-2-A6 после 2-2-B. Вот. Также я расписал очень подробно против всех персонажей ситуации после моего командника, потому что там плюс 8, я могу поймать бэкдэш, я могу поймать степ. Иногда я могу это одной опцией сделать, иногда мне приходится выбирать, иногда я вообще никак не могу это поймать. И чтобы, ну, в голове вот за каждого чара держать очень сложно, потому что, там, я не знаю, посмотрим мину, да, только 3 боя ловит после командника. Причем, кстати, все, судя по всему. Вот. Взять какого-нибудь Геральта. Тоже 3 боя ловит. Но есть, в общем, чары, которых криво это все работает. Вот. Только 6 ААВы. 3Б уже я бы вифнул, если бы она сделала бэкдэш. Это весь каст в голове не удержать. Вот. Поэтому это все нужно записывать. Не лениться. И желательно обновлять после каждого патча. Вот это самое сложное. Вот. Ну ладно, это, в общем, такая основа, как она вся заполняется, да? Все идет через тренинг мод, через тренировку. Вы берете... Будем рассматривать Рафаэля. А, кстати, да, вот. Важный момент. Наверное, прям вот совсем уж новичков у нас нет сейчас в Дискорде, но когда игра только выходила, мне приходилось просто вот сначала, прежде чем я взял таки, сначала я бы взял Рафаэля, пошел бы по ему мувлисту, все бы перетыкал, все бы сам своими руками понажимал, чтобы хотя бы как-то запомнить его комбинации. Все это выписал себе вот в эту таблицу, весь его мувлист, и потом только я уже переходил бы в таки и что-то там начинал смотреть, как это все наказывать. Что можно использовать, да? Как бы вот Edge, например, использует фреймдату. Как там, фреймдата-бот, не помню, как называется. Хороший тул, кто-то к нему привык, как Edge, например, да? Мне, например, не очень удобно им использовать, потому что сам интерфейс такой, знаете, надо всматриваться. В общем, короче, мне интерфейс не очень понравился, поэтому я не использую. Поэтому что я делаю? Я просто все всегда записываю. Вот у нас есть запись команд. Просто элементарнейше. Вы нажали R1 два раза вправо, и вот вы можете записывать. И записываете все что угодно, 3B там, что-нибудь. И смотрите, что вы можете с этим сделать. Вот он делает 3B, я могу его перебить. Хорошо, у него после 3B есть куча разных опций. Вот он может, самое его быстрое, да, это преп ББ. Смотрим, классно, я тоже перебиваю, но также у него теперь есть автоги, которая сносит просто кучу жизни. Так, окей, смотрим, запоминаем, что мой 12-фреймовый медок 4БА уже в этой ситуации не 100% работает, а уже это может сложиться ситуация 50 на 50. Вот. Ну и так по всему в листу, в общем-то. Почему еще я, в общем, пропагандирую именно записывать всегда какие-то вот мувы и в записи смотреть, как их наказывать. Не просто вот открыть френдату, посмотреть, что окей, вот это вот минус 12, значит мой паниш такой-то, это минус 16, мой паниш такой-то. То, что бывают разные пушбеки на ударах, и, например, вот банальнейший пример, с Рафаэлем очень удачно, его 2-1-4-B. Смотрим, да, вот на клоуд-рейнже мой 16-фреймовый паниш без проблем работает. Рейндж чуть побольше, все, я вифую. В настоящем бою, скорее всего, вот в клоуд-рейнже это редко очень бывает, а вот на таком рейнже это вот частая ситуация. Все, не работает. Значит, надо что-то искать другое, гарантированное всегда. Выбирать рейндж. 6B. Значит, мой паниш гарантированный во всех ситуациях, на всех рейнджах. Ну, можете прям вот самый-самый тип выменить. Это нелегко, но стоит потратить на это время. Ну, а на самом типе я даже не могу его наказать. То есть надо еще что-нибудь поискать еще более рейнджовое, например, 6-6А плюс Б.
Блин. Вот. Еще один плюс вот такой отработки панишей. Я вот сейчас банально не смог забуферить правильно 6-6А плюс Б, потому что очень дурацкое окно рекавери. И очень поздно надо вводить 6-6А плюс Б. Вот, и, ну, как видите, это работает. Вот мы нашли паниш, который будет всегда работать везде, но очень сложно. Вот. В общем-то, я вам так скажу. Вот, я 90% случаев использовал только запись команды в тренинге. Больше мне вообще ничего практически не нужно. Что еще можно было бы использовать, это... Сейчас, как это делается? Действие, запись команды и случайное. Вот это хорошая опция. Применимость ее не очень большая, потому что вам нужно... Это очень хорошо делать, тренировать реакцию. Например, вы делаете какой-нибудь, я не знаю, вы удары развили. Вот сейчас покажу. Если вы хотите потренировать реакцию, да, вот это хорошая тема. Так, у нас, значит, запись команд. Мы выбираем вот этот заподлючивый удар. Потом мы выбираем вот этот и разбавляем это через 3b. Все, три записи у нас, три чеки записаны. Дальше мы идем в действие. Записанная команда, случайная. Вот, вводим. Вот, и я уже отъедаю. Ну, здесь, конечно, копье медленное, не с правильной стойки. Ну, даже хотя бы такое копье начните блочить, уже будет хорошо. Ну, в общем, я думаю, суть ясна. Я пока не очень, поэтому лучше дальше просто покажу, как можно, что можно использовать. Так, вернемся к записи команд, потому что это основной тул, который я всегда использую. То есть вы посмотрели паниши, да? Вот самое элементарное. Вы дальше посмотрели, потренировали реакцию на какие-то штуки, которые вас парят. Ну, банальные лоуда развили. Что еще можно сделать с записью? С записью вы можете проверять сетапы персонажа, против которого вы играете. Вот опять же, назвали хороший пример. Это 6БА и автоген. То есть, супер популярный сетап всех азвелей, который работает на блоке. Вот. Я попытался влезть своим 12-фреймовым медом, ничего у меня из этого не вышло. Смотрим, что можно сделать. Я попытался влезть 3B, это 16-фреймовый вид, у меня тоже ничего не вышло. И 18-фреймовый вид. Короче, меды вообще здесь не канают. Я делаю бросок. Вот, почти бросок работает. Уже можно жить. То есть уже это не имба какая-то. Мэш лашки 10-фреймовые, в контрхит его перебиваю, в принципе, ситуация хорошая. Вот. Ну, так мы нашли какие-то банальные ответы на его вот этот вот сетап. То есть, конечно, вы можете всегда просто сбейтить и наказать это, проверив предварительно записью, как это все наказывается. Ну, вот, не всегда
можно просто стоять и блочить, иногда нужно как-то действовать, и нужно знать, какие опции вам выбирать. Такс. И вот мы посмотрели уже три применения обычной записи команды персонажу. И последнее применение, но это уже такое. Я вот возьму таки против таки. Это отработка всяких тех трэпов, ну и в принципе своих комп, проверка своих комп на подлинность. Я очень часто проверяю эти комбы, потому что вы, ну бывает, знаете, да, там в Твиттере какую-нибудь комбу увидели, подумали, что все это имба, теперь надо использовать, а оказывается там можно сукемиться, сделать еще что-то. Вот. Так, вспомнить бы, а, ну 2-2А, 2-2БА6, да. На атаке работает. Вот. Это тех трэп, о котором я как раз недавно говорил, и которые можно заодно проверить. Так, вот я кинулся, текался назад. Тех трэп ловит. То есть, по-хорошему, я сейчас проверяю все четыре стороны. Да. Как вы видите, в графе команд я сразу жму блок. То есть все по-честному. Влево направо, теперь вправо. Вправо, ну, то есть это очень тут этих трэп, который ловит все направления. Что я могу делать? Я могу просто лежать. Отлежаться, наказать, ну, как бы, как вариант. Что может делать Таки в этом случае? Она по лежачим делает вот что. Как правило, никто не блочит, но я знаю, что можно делать так. То есть это такой немножечко фейковый техтрэп, но на который очень сложно реагировать. То есть, по крайней мере, я когда буду играть против Таки, я буду понимать, как мне в этой ситуации, что мне делать в этой ситуации. Ну, опять-таки, Таки может сделать по вашим Б. И если вы просто с блоком встаете с нижним, то вас накроет. Ну, это как бы один из вариантов. Пока до этого даже никто не дорос. Все едят техтрэп, это практически 50 на 50 на всех персонажах. Вот, ну, все, вот так и проверяется. Какие-то сетапы, там, какие-то техтрэпики маленькие, да. Вот этот вот я, например, часто использую, хотя он такой не очень хороший. Просто я смотрю, насколько это, ну, вот, вообще легальная хрень. То есть, может быть, от него можно как-то сукениться, там, все контролиться. Вот, уже не по сценарию пошло, я всего лишь эйр-контроль немножечко сделал в сторону. И такое... Когда-то мне казалось, вот сетап очень хорошим, оказалось, это полное днище, не работает. Вот. И вот вся магия тренировки, в общем-то. Используя одну функцию тренинга, можно натренить абсолютно все до достаточно высокого уровня. Вот. Другое дело, что есть как бы сложные персонажи, есть легкие в освоении персонажи. Там. Сложные это вот все, которые со стойками, да. Макси, 2Б, Юшимицу. Ну, Таки не очень сильно стойка, но в принципе тоже ее надо изучать отдельно. Вот, всех надо смотреть, и самая сложность, которую вы встретите, как будучи новым игроком, это просто понимание вообще риск-реварда и возможных опций, которые ваш противник может сделать. Поэтому вы можете спрашивать, что противник может делать в той или иной ситуации, какой дамаг он из этого выжимает, и как-то это записывать для себя. Вот. Я у себя в таблицах в каких-то случаях даже что-то записывал. По-моему, я за некоторых персонажей РЕ прописывал. Так, найти бы только. Mm-hmm.
А, ну я вот такие пометки делаю, типа, какие опции в РЕ наиболее очевидны, наиболее будет высок шанс, что их сделает противник. Но это исходя из дэмэджа, насколько я помню, выписывалось. Вот. Под РЕ конкретно я записывал все это дело и прописывал, что вот, например, Ашка, да, вот если я читаю его Ашку, тот максимум, на который я могу его наказать. Даже вперед летал хит через Ш6Б, это очень хорошая тема. Бэшка, что с ней. И про нее даже не написал, поленился тогда. РЕ как обойти. Вот, то есть старался все прописывать. В принципе, это на начальном этапе освоения очень сильно помогало. Теперь это помогает на этапе, когда я играю мало, что-то забываю. В принципе, полезно это открывать одновременно, когда ты играешь с противником. Вот, в принципе, по тренингу особо больше ничего и не рассказать, да? В тренинге, например, ну, кто-то, например, контрхит конфермы отрабатывает, я предпочитаю это прямо вот в бою все делать, потому что тренинг, он создает такие немножечко идеализированные условия, которых в бою у вас не будет. Там стресс, отвлечение на что-то, вот, просто больше пул ударов или событий, которые могут произойти. Так что я это в тренинге даже не отрабатываю. Сразу в бой иду и пытаюсь там, ну, из такиных хит-конфермов это 2-2К в контрхит, АК в контрхит, ну и прочие такие вещи. Так что вот, если вы будете записываться на следующие показательные сеты, да, на стримах, то все-таки постарайтесь выписать, ну, во-первых, подготовиться к противнику, с которым вы будете играть, это очень полезно, хотя бы не будете проигрывать 5-0. Вот. Во-вторых, это будет для вас, ну, иметь хоть какую-то пользу. То есть вы не просто сыграете, там, мимолетно что-то запомните, через неделю все забудете, у вас уже будет какая-то информация, просто записанная в таблицах, и она останется с вами уже навсегда. Ну или, по крайней мере, до следующего патча, если они там все изменят. Вот, так что могу сказать. Готовьтесь к своим сетам, более ответственно подходите к этому, тренируйтесь. Да, вот не пренебрегайте тренировкой, это очень важный этап, как бы, формирования себя как игрока. Вот, ну и больше играйте в итоге. Так, все, всем спасибо за просмотр, надеюсь, это было вам полезно. Пока.